Снимаешь? Друзья, всем привет! С вами Игорь. Что? Помолодел. Сейчас дайте 2 секунды, я стартану. Так я не помолодел, я побрился, елки-палки. Друзья, всем привет! С вами детский липован. Короче, елки-палки. Тут хрена сейчас стартану. Оператор, да. Серьезное лицо. Короче, а в Одессе серьезным лицом это не серьезно, правильно? Короче, друзья, всем привет, с вами Игорь Скрипован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, с праздником весны. Хотя еще февраль, вот-вот уже заканчивается. Но я уже, короче, срисовал молодую картошку. Да ты что, захотелось просто по полной программе. Сделаем сегодня, знаешь, что красиво? Не знаю. Там еще мы только что проходили, Саша кричал, руками махал и кидал в меня дунайской селедкой. Ну, кидал, короче, попал двумя. Сейчас зайдем, узнаем, что почем. Возьмем селедочку, молодую картошечку, укропчик. И вижу редиска. Короче, весна красна сегодня не будет. Да я побрился аккуратно, просто отросло немножко. Ты Катюха, не потеряй его на привозе? Куда он делится у меня? А почем букет вот этот вот? Для вас. Цветов. Так ты что, елки-палки, Катюня? Почти как твои пионы. Так, где они мои пионы? 4 огурца собрать, скоро, да? а лучше 5, да? Ты уже готовишься? К пионам? Да. Ох ты, виноград. А черри почем? Черри 85. 85, а это? А вот такой виноград? 60. 60. 60. Да ты что? Это я сейчас возьму. А ну попробуй. А ну попробуй. А что нет? А ну попробую. Попробуй. И мне одну дай. Катюня? Я так он твердый. Твердый и очень сладкий, вкусный. Да ты что? Попа как орех. На. Да, попробуй, да, на самом деле очень вкусный. Я знаю. Липована сними. Он кушает. Здрасте. О, салют. Угощайтесь. На видео можно. Короче, рассказываю. На привозе, да, на привозе, когда телефон выгуливаешь, сразу дают попробовать бесплатно, короче. Хотя, не, я шучу, даже и без телефона здесь все дают. Главное взять правильно. Да. Замечательно, от души. Так что для вас стараемся. А ну, оператор, сделай картину маслом. Тихо. Фотографирую. На. С Новым годом, тетя Хая, вам привет от Марды Хая. Растерялась. Давай. Он живет на 5-м авеню. Куда улыбаться, Катюша? И туда, и куда-нибудь. Глаза, как у улитки, должны быть. Ты снимаешь? Ну, а, это видео, елки. Оператор. Шикардос? Ну, все. Замечательно. Все. Катюха, я тебе предупредила. Да? Понеслась. Держите меня 5-го. Давай, пока картошку не раскупили. Спасибо. Здравствуйте. А почем это красивое? 40 гривен. Да ты что? Сколько? 40 гривен. Пакет в подарок. Заворачивайте. О, и сразу можно укропчика у вас взять нам под это дело. Вот великолепно. А мне нужно еще, я хочу редисочку взять. Вот редисочку давай бери. Тебе нужно? Катюша, к селедочке, к молодой картошечке? Да. И обижаешь, тогда конечно, два, нужно. Два пучочка, пожалуйста. А почем редиска? По 35. А, нормально. Дальше будет дешевле, короче. Но это только начало, да. Нет. Не надо, пусть будет. У нас кролик есть. А, нет, попугай. Может пригодиться, короче. Попугая не будет. Не будет? Там, кстати, вы еще нашего не знаете. Там, кстати, шо? Люди переживали за попугая. Говорят, что мы с тобой, как это, не опрометчиво поступили, кошкам привезли. Но кошки наши воспитанные, все в порядке. Ребята, и попугай живой, и кошки довольны. Все шикардос. Но он и свистит, но его в баню, короче. Неправда, хороший попугай. Ну, хороший. Там вроде бы все осталось рассчитаться только, да? Огурчик, помидорчик, то для богатых. Слушай, они сейчас дорогие. Это шо? Мне домой, хорошо? Есть. Смотрите, это ей домой, а это мне для блюда. Катюня, не, вместе кидайте деньги, все равно у нее. Она, как это, оператор бабки гонит. А, нет, сейчас пусть скажут. Сколько всего? 140. Давай, Катюня. 140 с молодой картошкой. Все, два фото. Давайте. Давайте с вами. Так, улыбаюсь сюда, разговариваю туда. А мне два сюда, а не туда. Все? Великолепно. Будьте здоровы. До свиданечка. С Новым годом, тетя Хая, вам привет от Мордыхая. Давай 140 гривен, а то ты мне эту песню запиваешь. Даюсь. Давай. И назван мой город героем. Сюда входят люди, да? Почем в коробках салаты? 45 в коробке салат. Капусточку. Что там, Катюня, кто крайне занимает очередь за виноградом, а то мы его сейчас только... Капуста молодая, нет? Попробовали, и он уже закончится. Морковку, да. А дайте пакетик лишний, пожалуйста.
пакетик, о. Пожалуйста. Я тут с вашим виноградом поиграюсь. Наверное, возьми еще штучки три морковки попугая. Договорились. Все. У нас только попугаи есть, но... Что? Катюня, ну, слышишь? Ну, нормально. Да? На Яшу брать громочку? Не знаю, если захочет. Ай, как хочу уже. Да ты что? Так, и три морковки, да? Угу. Завтрак, обед и ужин. Что надо делать? О, полтора сойдет? Правильно, ни туда, ни сюда, так нормально. Надо было пять. Конечно. Сейчас. У меня есть, я дам, все будет нормально. Прятал 50 копеек. Да, прятал. Все. Все карманы. Потому что деньги тоже, наверное, у оператора. Все, счастливо. Так, это вам. А хочу немножко. До свидания. Так, чтобы такую морковку, чтобы влезла. Что? Ты большую хочешь? А, куда? В клетку к попугаю. А, вам для попугая, вам маленький, наверное. Да, вот такие аккуратненькие. Раз, два, три. Влезла, куда? Как там? И туда тоже можно, да. Люди посмотрят и усмятся. Все будет нормально, мы же в Одессе, здесь можно, да. Здесь даже нужно. Считайте в одну цену с морковкой, все будет нормально. Это 70 гривен будет. Договорились. Давай вам общий пакет. Да не, я подержу одной руке. А чего это было бы удобно? Не сегодня. А вот. Да пусть немножко упадут как это. Не. Тогда не будет интересно. Не то, что упадут, а в цене. Катюшка, давай. Цветочек цветочку, понятно, что ты складываешь. Вот тебе на, я, слышишь, нарулил бесплатно тебе. Бери, давай. Чай заваришь. С огурцом? Да. Полезно. Да я тебе лучше так огурец предложу без чая. Все, спасибо огромное. Спасибо, до будьте свидания. Будьте здоровы. Катюня, пригодится. Ага. Ну возьми, Сереж. На развод. Да. Может, чеснок надо взять? Зачем? Здравствуйте. Здравствуйте. Сухой мне нужен. А для чего тебе? А я буду сало делать, мне нужно будет. А дайте мне, пожалуйста, пакетик. А, конечно, аж бегом. 100 грамм. Катюня. Почем он там, по 40 сегодня, да? Отдолжи 10 гривен. О, шикарный вид. Все, тогда это мне надо. Аж бегом. Что, давай тебе денег? Есть. Не мне, а молодому человеку дай. Есть там у тебя? Есть у нее. Все, без дачи. Огромное спасибо. Спасибо. А ты что, у вас что, магазин цветов, елки-палки? Ты посмотри, какие букеты красивые. Деревная хата. А, шикарный вид. Спасибо. До свидания. С Новым годом, тетя. А что она ко мне прилипла, эта песня? Откуда? Вам привет, это Мордыхай, а он живет на 5-й авеню. Боря Сичкин, вам соседом. Катюня, пошли, пока селёдку не разобрали, слышишь? Да не разберут твою селёдку. Да, не разберут. Там, наверное, такая цена, что... Ты плохо знаешь аппетит, да? Одесситов на дунайскую селёдочку. Да. Ты что, это как клубника не настолько востребована. Но все равно людям же надо показать. Аккуратненько покажи. Здрасте. Что случилось? Сегодня уже случилось, наконец-то. Перекатились? Да, перекатились. Тю, думал, картошка молодая у вас. Вот это уродила, короче. Не? Капусточка. Песня. Пошли за Дунаечкой. Здравствуйте. Здравствуйте. По 15. 15-18. По 100, по 60. А ты что, все, привоз уже пестрит, да? Такие радуги весенние. Хотя у нас и зимой все интересно. Салют, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Что там, говорят, дунайская селедка появилась? Так ты что? Это я в ваших лучиках вот так вот отображаюсь. Вечером рано ложимся спать, а то мы прибыли в ваше заведение. Может, летом как-то... Да нам надо... А почем голова сегодня? Сегодня 120. 120. С мозгами, наверное. Да, за такие деньги только умная должна быть, да. Хвост в подарок. А это? Малышки. Это гвоздики. Катюня, идем. Ну, идем. Хорошего дня. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Здрасте. Та ты что? Катюня, здесь вкусно, а тут блестит. Давай, мы сегодня как это, по наводке пришли. Так, кто крайний? Салют морякам.
Так, ты что, елки-палки, мечта с голубыми глазами. Ты посмотри, понимаешь, о чем я говорю? Как она отличается от других рыб? Где у нее глаза голубые? Глаза у меня голубые. 100%. А селедка это просто нереально. Она просто, видишь, какая голубенькая, красивенькая, уже даже без чешуи. А почем сегодня дунаечка? 150. Чтоб ты был здоров. Я знаю, что... Сережа, это первое. Ну пипец, блин. Короче, в Килье по секрету скажу, что уже 100 гривен никому не надо. Ну туда ехать дорого, сейчас бензин интересный. Что, берем по 150, нам две, больше не надо, да? Тебе, мне, а маме? Три. А сделайте нам три самые вот такие интересные. Да ты что, чудо-юдо, о, вот с ящичком, с шелухой. Почем дунайка? Фу, дождался. Была 160, немножко упала, цена 150 отдают. Серый, три хватит? Да. У меня ж такое, немножко как это, губы порадовать, а потом уже цена упадет. Да я нет-нет, да и вилка съезжу. Здравствуйте, а что, у вас тоже есть селедка? О, бабкатя. За такие деньги? Нет, не за такие деньги. Одну штуку берут и как посолить. 35 лет торгую, 35 лет одной селедки. Как ее посолить? А как ее посолить, Рената, расскажите? Я им, когда начинаю рассказывать, вот я ага. В субботу была в Дунайке. Салют, доброе утро! Дунайка была, я им рассказал кислые капусты потушить. Да. Бабу соляночку. Бабушка пришла, говорит, блин, такая вкусная. А отварила, говорит, вообще. Вообще. Ребята, а ну дай-ка я быстренько напомню тем, кто не знает, что делать с дунайской селедкой. И вообще, с селедкой, смотрите, у меня за это есть видео на канале. 8 рецептов из дунайской селедки. Вот прямо в одном видео 8 рецептов. Там тебе и сварить, там тебе и пожарить, там тебе и... Ой, что я только с ней не делал, короче. Жарил ее. Ты знаешь, как посолить? Селедку? Да. У Саши спроси, как посолить. Да у меня есть, я еще раз тебе говорю. Саша, короче, расскажет. Дорогие уважаемые подписчики, особенно ты, оператор, если ты не подписан на канал Одесский Липован, настоятельно рекомендую. Мы замаринуем с тобой как-то. Давай вот сделаем. Короче, я в том году, у нас был батл с Александром. Не помню, кто выиграл, победила дружба. Короче, я исполнил 8 рецептов, но у него есть, остался один старинный древний это рецепт, который с вином делается. Но сегодня в этом году продаст. Как, по дружбе. Что почем селедка? 120 гривен. О, еще и сэкономили, слышишь? Тридцатку. Пачку соли туда забуряхал и колопут. И все, и колопут, и соломурчик, елки-палки. Серый, нету у меня 20 гривен. Хрен с ним, пускай будет там. Все, как это, тебе на почина, нам на что-то пригодится. Спасибо огромное. Так ты что? Да я твоей селедкой сделаю 1 000 000 просмотров на ютубе. Ребята, не подведите, ешкин кот. Давай, не за горами. Так а как не за горами? Я сейчас пойду жарить и снимать. Что так жарить? Что? Селедку? Не, мы будем ее солить. Я не хочу жарить. Соленую потом возьмешь. Катюня? Я хочу соленую. Ух ты, меня сейчас удивила. Мою рыбину мне посолить, я не хочу жарить. Ты взял вот, себе, вот так и вот маме. Ждать целый год, да? Чтобы быстренько задушить ее солью. Я всегда варю, вторую я солю, а третью... А вот мне, пожалуйста, соленую. Сережа, скажи, вилку распилю, селедку еще делаю. Называется 15-минутка. Только поймали с воды, быстренько брюшко вспороли, присыпали, одну тоню затянули и уже обедают. Пожить, да, это да. Это на сипетине. Да. Сипетина называется. Ага. На солнышке разложили ее. И готово. Котлеты. Мама моя всю жизнь с первой селедки делала котлеты. И это мы тоже умеем, это нереально вкусно. Короче, я уже запутался, Катюшка. Мне посолить, а со своими делайте, что хотите. Вырубай фильмоскоп, будем договариваться. Тебе, слушай, еще осталось. Мне не надо килограммчик, посоли мне одну штучку. Короче, я одну солю, Татьяна Михайловна, товарищ мама. А вас с нами ждут удивительные, жареные, вкуснейшие, нежные, не испорченные солью дела. Так, Александр, хорошего дня. Спасибо, до свидания. Давай, успехов. Скажи мне, что тебе под вот это вот, под этот банкет, который созревает? Молодая картошечка, укроп, салат с редисочкой, ну, виноград в сторону, селедочка, что-то надо, какие-то соленья, огурчик, помидорчик, квашеная капуста. Капуста есть, ну пойдем глянем. Ну пойдем глянем. О, Лида, букет свой брызгает. Здравствуйте. Доброе утро. Что там, красавица, у тебя все блестит? Все у нас катранчики, да ты что? Шикарный, а? Ага. Черноморский. Деликатес. Да. Ты что?
Это молочный у нас. Опасный, но безобидный. Молочный. Ух ты, сангелька появилась, кефалечка маленькая. Ох, она вкуснячая. Ее надо нам засолить. Ее надо солить, да. Ее надо и солить, и целиком. И целиком. Да, ей вот так вот чуть-чуть здесь немножечко вспарываешь. Надрезик. Ага, вот здесь. Вот достаешь через жаберки все это. И все, и засолили. И подержали суточки, и потом получаете удовольствие. Так ты что? Все, еще один рецепт созрел. Катюня, погнали дальше. Что-то она захотела солененького. Ты что-то ее помидоркой угостила? Я тебя, значит, Катюня, помидоркой угостила. Да. И оно пошло, поехало, процесс дальше. По нарастающей. Да? А у нас как раз здесь изобилие. Помидорчики, огурчики, капусточка. Так, ты что там? Давай. О, еще и арбуз квашеный вижу. Вообще пипец. Сейчас и я приеду, короче, сюда. Хорош, Катюня. Лидочка, все, целуем, обнимаем. Что, как дела на канале? Все нормально? Просмотры идут? Люди подрастают, да? Вчера делала барабулечку в сметане. Я видел. Я видел аккуратненько. А чего ты мне ничего не написал? Я тебе сейчас открою секрет. Гаси фильмоскоп. Просили там копченую рыбу показать. Покажешь, нет? Ой, а мне хоть подышать, может, вот рядышком. Это просто невыносимо. Ну это как это? Катюня, как ароматы переплетаются. Посмотри, еще и солнце как раз на вас бьет. Ослепительно. Есть и тина, есть и воблы, и тараньки, и чихонь. Катюня, а вот это какая вкусная жирная рыба, чихонь. Не знаю. Я ее на новом рынке, это год был где-то, наверное, 96-й. Да, мы продавали, у нас было тонна 700. На самом деле она костлявая рыба и такое себе, понимаешь? Но я там такие песни кричал, что это родная сестра дунайской селедки. Третья, десятая. У нас люди, тонну 700 мы с Лехой, с корешем, продали до обеда. Просто приходили, разбирали по полной программе. Очередя стояли. А мы прямо с машины, с прицепа так вот и торговали. Кантарь был. Раз, два, три. С какую цену чихонь? Чихонь 300 за килограмм. Правильно, потому что рыба золотая. А там спрашивали, кстати, копченую рыбку кто-то в Молдавию отправляет? Да. Отправляете? Серьезно? Дайте контакт. А ну сделайте себе красиво сейчас. Дайте ваш контакт. Вы мне диктуйте, а я его потом в видео. Хозяйкин, давайте хозяйкин. Потому что у нас... Люди с аппетитом смотрят, да, и... А если мы еще оставляем контакт, то нам еще вообще спасибо говорят. А это почем? Что сделали вкусно. 200 за килограмм. 200 за килограмм. Это рыбец, море соединяется с Дунаем. Ага, красивый рыбец. Да, такой там вилково у нас ловится. А это толстолоб, я правильно? Это, судя по размерам... Битуй. 0,67. 87. 87. 0,7. 0,7. 138. Как зовут? Наталья. Ребята, пишите, звоните Наталье, и вся эта вкусняшка, включая Молдавию, будет у вас на столе. Ты шо вот это да, а? Как сейчас работает? Даже на привоз не надо ходить. Посмотрел Липована, заказал, и все, как дома. Дай покажу еще, что там. Ух ты. Щуки, видишь? Судаки. А вот это что такое? Стерлит. Вот это. А, вот это? Шипованная? Да. Это глосик, кажется. А, камбалка маленькая такая. Ага. Чертик. А вот это? Балыки, пузики какие-то. А это что? Это кальмар. А, ну что, это, наверное, вкусный, блин, кальмар. Вот такой-то ты любишь? Ну, я не буду, Катюша. Но слюнки потекли. Это а, это катран? Да. В какую цену? Это морской зайчик. Вы зараз снимаете морского зайчика. Сколько стоит? 300 гривен за килограмм, как и барабуля. Это креветочные рыбки. Ага, креветочные. Креветочная. Не пытаются только креветки. Короче, спасибо вам огромное. Спасибо. Все, Наталья, привет. Так что тихо, в тачку не сядь, а то сейчас тебя украдут. Здрасте, кто крайний у вас? Кто я крайний? Буду, да? Говори, что ты хочешь, и быстренько поскакали. А я не знаю, что я хочу. Ты что, яблоки моченые, синие, мореные, да я не знаю, что тебе надо. Это свежее, кислее и с яблоком. Свежее, кислее и с яблоком, поняла? Сейчас я еще посмотрю глазками, а потом я выберу. Можно мне пройтись туда еще? Иди, а я пока здесь очередь посторожу, да. А синенькие вот эти в нитках, а? Да. Ну это просто. Они делают любой стол нарядным. А это кислые или сладкие? Это квашеные удочки. Поняла, ни туда, ни сюда, короче. Хочешь огурцом закусывай, хочешь чаем сладким. Будет тебе, как ты любишь. Смотри, листья на долму. Все есть. Какую на цену листья? Есть. Вот такая пачечка? Да, вот такая сигара кубинская с привоза. А? Ребята, 10 гривен. Кури не хочу. А ну пройди еще дальше. Арбузы красивые. Ты уже определишься, что ты хочешь? Нет, я еще пока. Здрасте, она пока ищет. Ищет свой огурец. Все пойдет. Все пойдет.
А вот что это такое? Синенькие, ну, это в манджи? Это синие в аджике, да. Там он не похочет. Пойдем посмотрим, что им. Тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, не-не, мы ваши огурчики. Не, огурчики набрать, дивиденды нажать. Бесплатно ничего консервировать. У нас все по фальшую. Это моя земля. Все договорились, да. А мы с вами в том году... Праздником любимый. Спасибо, спасибо и вас. А мне, а жене? А мне, а потом мне, любимый. А мне. Давай. Куда, в ведро ложить? Штазик? Все, приятного аппетита. Только чтобы не вывалилось. Еще. Все, а тут больше нет у меня. Да, чтобы тень не вывалился снизу. Не, я на месте, все нормально. Спасибо, спасибо. Визитка есть? Визитка? Да. Нет. Ну что? Катюня. Надо визитки делать, ты понимаешь? Уже люди визитки хотят. Дивиденды умножаешь, все желания выполняешь, а? О. Ну а что? Картина маслом. В Беляевку едешь? В Беляевку? Здравствуйте. Ёшкин кот, а я ей виноград дал, так что все нормально, договоримся на двоих, все будет четко. Катюня, ты не против? А ты взял и виноградом перекупил, понимаешь? Я успею. Я забыл, что мы пришли. Пошли, я пойду дальше посмотрю, там синий. Да возьми ты здесь огурец себе и пошли. Подожди, ну можно мне посмотреть? Что ты мне не даешь? Иди, хорошо, я здесь постою, очередь подержу. Ну с тобой возможно ходить, это пипец. Где-то нажаете, настроение поднимаете, поляну накрываете. Все, все делаем, все. Не, визитки нема. Следующий раз возьму обязательно. Себе на память, да. Да, а меня вот. Огурчики. И вас на память сделаем, все будет нормально, да. Маски шоу, дивиденды умножаем, все желания выгоняем, а меня принимаем, а жену выгоняем, да? Не, жена пусть остается, а за президента... Президента выгоняем. А меня оставляем? Да. О. А жену подумай, что делать. В рабство пойдем. Ну а что, пацан, я же нервничаю за тебя. Что ты, купляешь что-нибудь? Да, все это я уже забыл, что я на привоз пришел. Ничего, я тебе все куплю, любимый. Все будет нормально. Я справлюсь с вами. Главное, чтобы здоровья хватило вас. Всем хватит, хватит. Будьте нам здоровы. Спасибо большое. Здесь купишь, пацанюра. Все, Катюня, нужны визитки срочно, слышишь? Сережка, я уже думаю, где визитки брать. А, пожалуйста. Ну дай мне пойду, что такое? Что, она уже полчаса ходит с телефоном, я уже думаю, поскорее бы батарейка села, елки-палки. Не переживай. Ты что, снимает. Ну дальше лучше. Обалдеть, а тут, смотри, желтый, все, зеленый, что хочешь. Синяя, какого только нет. Понимаешь? Радуга радужная. Она и мертвого шатает, да. Вот это, ну как так должно быть, тут по-другому не получается. Сходила, на всю жизнь осталась. Смотри, барахолка у Лием будет. Здравствуйте. Что, как дела? Встретились на привозе, понимаешь? Ехали, мы были на барахолке, но к тебе не дошли. Я смотрел по YouTube. Да. Прошлись так шикарно, купили попугая и поехали домой. Рыбу, да, уже здесь, тут тебе и пахнет, там тебе и чистят, короче. Так что все нормально. Друзьяки. После того, как я у вас был, вы поехали отдыхать. Ну ничего. Шикарно съездили, он до сих пор зовут, там еще снег у них остался, я короче. Я не неделю сейчас смотрю в интернете, уже в Карпатах. Раз, два. А мы ж такие же. Раз. Сегодня здесь, завтра там, короче. А послезавтра в зоопарк соберемся. Карасей будет, да? Все. Будут и карасей. Не, селедка дунайская. А я буду. Там Саша по хорошей цене дает, так что. Я скоро уезжаю. Куда? Работать. А где ты будешь работать? В Литве. Порядок. Все, счастливого успеха, пока-пока. Обязательно. Катюня. Я как сегодня начать не мог видео, так и закончить не могу. Короче, сегодня вот такое быстренькое, легенькое, сходили за рецептом, так что с меня для вас будет не жареный карась, будет лучше дунайская селедочка. Долго вас томить не будем, Катюня там что-то ходит, еще пока не определилась. То ли огурчик и... То ли помидорчики, то ли на огурчик просится, то ли на помидорчик. Короче, сейчас будем с этим разбираться. Ну, а вам с приветами из Одессы, с хорошим настроением. Мадам, это только для вас. Ребята, вам крепко пожал руки. Короче, всем пока-пока. С вами для вас гулял по привозу детский Липован. Всем пока-пока. Чао.